Простите? Прошу прощения. Извини. В этом сложно признаться. Я одинок, потерян. Мне нужен кто-то, кто был бы рядом, кого бы я любил. Фрэнк, я здесь? Ну что ж. Что ты здесь делаешь? Я звонила тебе в отель, но никто не ответил. Потом попробовала в участок и решила, что ты, наверное, здесь. Добрый вечер, Сэм. Мистер Дребен. Джейн, всегда приятно видеть милых людей. Сэм, сыграй нашу песню. Еще один раз. Конечно. Сэм, достаточно. Сыграй другую, пожалуйста. Старую боль не унять. Так ты ушла из моей жизни без объяснений. Джейн. Разве ты не получил мои письма? Получил все. Я их не открывал, рвал и бросал в огонь. Так значит, ты не получил чек на 75 тысяч, которые твой дядя оставил тебе по завещанию? Зачем ты пришла? Я что-то вспомнила по поводу преступления. Когда я посмотрела в окно, я увидела красный фургон, припаркованный на другой стороне улицы. Красный фургон, спасибо, это очень поможет. Так и все сказала, так что можешь идти. Я не только поэтому здесь. Фрэнк, я хочу, чтобы мы были друзьями. Конечно, друзьями. Если бы я трахал тебя, где бы сейчас был, это твой любовник, Квентин Гамбург. Ах ты! Вижу, кошка не забыла, как царапаться.